Вы знаете, лучше, чем в ПВО, Кива разбирается только в нетрадиционных сексуальных отношениях. Почему тогда гомосексуалисты не вносят своих партнеров в Е-декларацию? Напомню, недавно Госдума и Совет Федерации приняли, а Путин подписал запрет на популяризацию ЛГБТ-ценностей. И он касается всего на свете. Фильмов, книг, рекламы, телевидения и даже соцсетей. А всем нарушившим огромные штрафы. До 10 миллионов рублей. Догонят. Филин, а кто нас догонит? Нас не догонят. Да, по милиции. Нам не догонят, нас перегонят. Интересно, сможет ли позволить себе в будущем такие выступления сладкая парочка Филя и Коля? И сколько они будут должны за такие номера, как этот, снятый 11 лет назад? Мне вот кажется, даже если Колю и Филю и не настигнет твердая рука закона, они точно не смогут избежать наказания от рук своих сознательных соотечественников с промытыми мозгами. У них 85 полов вместо мужского и женского. У них публичные дома для зоофилов. Они узаконили педофилию. Они теперь в стадии рассмотрения закон о признании нормы инцеста.